Вы когда-нибудь задумывались о том, что вашему телу что-то может доставлять очень большое удовольствие? И одно из таких удовольствий – это массаж. Вот те люди, кто был в Таиланде, знают, что в Таиланде делают очень хороший массаж, и там очень много хороших массажистов. И, как правило, это те люди, которые живут в Таиланде, это тайцы. Но бывает и такое, что есть русские люди, которые делают массаж даже лучше, чем мастера в Таиланде. И вот такой мастер недавно приехал ко мне. Можно сказать, что это просто человек, ну, скажем так, самоучка, человек, наверное, от Господа, который может благодаря своим умениям доставить очень большое удовольствие, сделать великолепный, потрясающий, очень приятный, очень нежный массаж и размять ваши ножки. И для этого человека я хочу сделать музыкальный подарок. Конечно же, когда ты хочешь сделать музыкальный подарок, ты что-то хочешь сыграть очень душевное, очень красивое, очень приятное. И музыкальное произведение, которое выбрала я, это будет тема любви из кинофильма «Ромео и Джульетта». Мой подарок музыкальный для человека, который делает прекрасный массаж ног.